Тема сегодняшнего урока – это есть идея, но как ее воплотить? Наставник для предпринимателей. Бизнес-коуч Алексей Шестаков. Сразу идти, вижу цель, не вижу препятствий. Причем мало того, что сформировать цель, она должна быть вдохновляющей. Есть неустроенность текущей ситуации, умноженная на визуализацию нашего будущего, в данном случае цели, умноженная на первые шаги, и все это должно быть больше сопротивления изменениям. Есть хорошая фраза: лучше тупой карандаш, чем острый ум. То есть как-то все пока как будто бы на начальном этапе будто бы несерьезно. Хочу миллион. Имидж – это то, что мы создаем. Да, я уже знаю терминологию благодаря нашему курсу. А что я вообще могу? Что я умею? Да, мои способности, да? Прав ли я буду, если скажу, чтобы построить хороший бизнес, нужно иметь хорошую, правильную цель. Вдохновляющую.